этот канал, он создан для всех родителей с целью помочь им не сойти с ума, имея одного или двух детей. Двух детей на самом деле иметь намного проще, чем одного, потому что они друг другу помогают. Ну, конечно, они в два раза больше на папу и маму наседают, особенно на папу. Вот. Талант младшего ребенка заключается в том, что она генерит мысли сама и не повторяет. Она у нее откуда-то с вселенского космоса берутся грамотные правильные мысли.